Вот еще одна пуговка гирька выпала. Она была даже с веревочкой. Веревочка. Пуговку гирьку. Очередной сигнальчик. Это ушко от чего-то. Скорее всего, от финно-угорских подвесочек. Попался крестик с глубины. Обычный крестик. Ну, хоть целенький. Я уже хотел не копать. С глубины штык выкопалась монетка. Монетка СССР 3 копейки. Год не виден. Три копейки 36-го года. Вот находка. Вот глубина монетки. Больше пина, еще у стока. Попалась денежка, она советская, по-моему. Здесь копеек.
10 копеек 48 года. Такое ощущение, что она была горела.